этого юбиляра в городе знает каждая семья. Нижнекамскому хлебокомбинату исполнилось 45. Праздничный концерт и награждение лучших работников комбината правительственными наградами и почетными грамотами стали подарком для самих виновников торжества. А вот для покупателей юбиляры приготовили свой сюрприз. К Новому году Нижнекамский хлебокомбинат готовит сюрприз для своих горожан. Мы хотим провести ребрендинг нашей продукции. И я думаю, что горожане в скором времени это увидят. Будет новая упаковка, потому что мы очень много производим новой и вкусной продукции, но, к сожалению, упаковка оставляет желать лучшего. Сегодня Нижнекамский хлебокомбинат ежедневно выпускает более 20 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий. А тогда, 45 лет назад, город кормила всего одна маленькая пекарня. В бригадах были по 3 человека тогда. Три смены работали. Руками, лопаткой, деревянной лопаткой хлеб сажали в печь и вытаскивали тоже из печи также руками. Тяжелая была миссия, но надеялись на хорошее будущее и дождались. Действительно дождались. Нынешний Нижнекамский хлебокомбинат – это новые технологии, новые мощности и новая продукция, аналогов которой нет ни в одном другом городе. У нашего хлебокомбината есть такие продукты, которых нет ни у кого. То есть, например, хлеб богородский – это хлеб идет на хмелевой закваске. Хлеб прибрежный – он идет с ламинариями, очень полезен для здоровья. Батончик облепиховый цвет – он с добавлением витарона, тоже, опять же, полезный для здоровья. Наши торты делаются без заморозки, поэтому они всегда свежие и радуют вас своим вкусом. Праздник продолжался еще долго, ведь поздравить юбиляров хотели многие. Все это время за кулисами ждал своего часа именинный 20-килограммовый торт. Наталья Лушникова, Максим Липин, Новости НТР.